Выехать из северной части ЖК «Зеленой аллеи» в районе второго дома – настоящий квест, признаются жители. Дорога разбита, огромные выбоины и всего одна полоса. Из-за того, что не переложен асфальт, у нас нет общественного транспорта. Это самая большая проблема в нашем ЖК. Соответственно, посмотрите, как они ездят по этой дороге. Большие ямы. Это хотя бы чуть-чуть засыпали. Дорогу застройщик обещал отремонтировать еще в 2016 году с момента сдачи домов в эксплуатацию. Но по разным причинам благоустройство постоянно откладывалось. Ремонта этой дороги жители Зеленых аллей ждали целых 4 года. И вот, наконец, работы стартовали. Но перед этим нужно разобраться с подземным газопроводом, ведь именно он сейчас мешает благоустройству. Дело в том, что газовые коммуникации деревни Тарычева проходят слишком близко к поверхности земли. И чтобы отремонтировать дорогу, их надо перенести. На сегодняшний момент это одна из острых проблем нашего ЖК. Долгожданная история. Вся дорога в нашем ЖК «Зеленая аллея», она на балансе у застройщика на сегодняшний день. И перекладка газа поможет скорейшей передаче дорог в муниципалитет с дальнейшим обслуживанием. Я надеюсь, что это произойдет уже в этом году. И хоть работы еще предстоит много, местные жители уже празднуют маленькую, но все же победу. Мы очень рады, наконец, что у нас переносят газ, что сделают этот перешеек, что не будет ям. Наконец передадут дорогу городу, вот, сделают дорожную разметку. Может быть, появятся дополнительные парковочные места, и людям будет проще жить. Вот, от застройщика, конечно, нам сложно добиваться всего, с городом работать намного легче. Наконец-то пошел процесс. Вот, мы все ждали, только сегодня с утра читала гневную статью в Инстаграме о том, что когда же это будет. Вот, вот вышли на прогулку, и, конечно, очень радует картина. Мы рады, что вы делаете дорогу, очень рады. Спасибо вам большое. Здесь невозможно проехать. Сейчас уже я стараюсь, чтобы нормально будет, и люди тоже очень довольны будут. По словам застройщика, дорогу планируется сделать двухполосной, оборудовать тротуар, а также провести комплексное благоустройство прилегающей территории. Но сначала объектом займутся газовые службы. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ.